Вместо детства «Грады» в оккупированном Луганске торгуют взрослыми игрушками для детей. Так в магазинах появились карманные российские «Грады» и танки. Также российская компания, которая специализируется на выпуске моделей военной и гражданской техники, создала целую коллекцию боевиков псевдо-Новороссия. Модели наемников недогосударств, в числе которых уже есть даже фигурки террористов «Беса» и «Моторолы», продаются и в России. Об этом пишет «Информатор». Стоимость набора около 300 гривен. Сегодня это примерно 20% средней зарплаты в Горловке, в том случае, если ее выплатят. Военторгу нет предела, говорят заложники оккупантов местные жители. Постоянное навязывание недогероев родители считают бессовестным издевательством, ведь с помощью градов бандиты отобрали детство у малышей.